Я не могу. Меня не гонит желание освоить женский род в полной мере. А возможно ли еще у вас какое-то увлечение? Откуда я знаю? Кончаловский и Высоцкая продают роскошный особняк ради спасения дочери. Этот вывод складывается из объявления на сайте агентства. Дом на Николиной горе один в один похож на недвижимость семьи. На одном из сайтов продажи недвижимости появился дом, один в один похожий на собственность Кончаловского и Высоцкой. Семейное гнездо на Николиной горе выполнено в древнерусском стиле. Оценивается в несколько миллиардов рублей. Не остается сомнений в том, что супруги решили продать роскошный особняк. А причины очевидны да нельзя. Больной ребенок. Ради спасения дочери Кончаловский и Высоцкая готовы на все. Юлия берется за любую рекламу, продвигая БАДы и лекарства. А Андрей яростно трудится над спектаклями и кино. Но, похоже, всех этих средств не хватает для лечения Марии. Стоит сказать, что особняк на Николиной горе – не единственная недвижимость супруга. Режиссер также имеет трехэтажные апартаменты в Лондоне. Стоит сказать, что по указанному номеру дозвониться не удалось. Доподлинно неизвестно, является ли Кончаловский лицом, которое продает этот дом, ведь в настоящее время среди людей полно мошенников, желающих заработать на ком-то нелегальным путем.